Черт возьми, что-то неладно там. Боже. Подрываешь, заряжаешь, а потом подрываешь. Главное не ошибиться. Точно тебе говорю. Дальше нельзя. Без оружия. Давай, руки вверх. Верно. Сдавай мне оружие. Все, вопрос снят. Приветствую в Бовасеку. Хорошо сработал с Гакумба. Здешний начальник, майор Тамбосса, ничего не знает об этом, и лучше, если так и останется. Это понятно?
Вот ведь в чем дело. Ситуация такова, что у военачальников на юге появилась реальная возможность объединить силы. Если это случится, малые вроде тебя и меня потеряют работу. Или даже хуже, окажутся за бортом. Чтобы этого не случилось, я хорошенько поворошу муравейник. Похоже, у твоего друга Шакала на его острове устроен здоровый склад оружия у озера Сеголы. Я проработал маршрут, по которому это оружие можно переправить прямо в город под флагом Офот. Там босса будет уверен, что это дело рук фронта. Мы же останемся... У меня есть шкипер. Нужные люди получили свою долю. Осталось найти человека, который проследит за товаром. Ну что, интересует? Хорошо, отправляйся на остров к лодке. Шкипер позаботится об остальном. Скоро мы уже будем сражаться на этой войне. А потом я устрою тебе встречу с майором. Эй! Thank you.
разошлись. Я посмотрю, а ты подожди. Должны держаться вместе. Никто колено у Тревора, когда распухло после перехода. Это две крайности. Боливия, а вторая здесь. Чувак, что за бред? Я мог бы там кататься по океану на яхте со сладкими цыпочками. А вместо этого выбрал шататься по Африке. Что-то не припомню океан в Боливии. Там, как и здесь, воды ни капли. Серьезно? Вот дерьмо, ты разбил мою мечту. Ha ha ha.
Видел тут пацана на обочине вчера. Сколько ему лет? 18? 17? У него был при себе обрез. Рядом головой в канаве лежал мертвый СНС-овец. Получил несколько зарядов 12-го калибра в упор. Парень держал бойца за ногу, ботинки снимал. Выглядел усталым, побитым, оборванным, старым. Дети в таком возрасте не так должны выглядеть. Андрей Поли, буду за капитана. Ты знаешь, что у нас за груз? Лейтенант кишит идеями, а? Когда груз дойдет до порт Силао, всем там очень скоро станет худо. Ты не мог бы найти в клинике доктора Абуа? Предупреди его, что ночь выдастся жаркая. Да, нелегко в этой стране, доктора. Когда груз дойдет, я собираюсь скрыться. Отправлюсь на другой берег Сегола. Затаюсь. И тебе советую, если жизнь дорога. Но сперва надо доставить груз. Выходи на палубу. Будешь смотреть, вдруг кто суденышком заинтересуется.
Здесь действует перемирие. Не забудь. Вам нужна медицинская помощь? А ни у кого нет иммунитета к малярии. Неважно, откуда человек. Меня зовут Абуа. Я здесь единственный врач. Но вы ведь здесь не за этим. Простите, просто тут слишком много наемников. Боже, это перемирие было для нас неслыханным благом. Хоть ты и потрудился нас предупредить. Возможно, я сужу слишком поспешно. Я хочу вам помочь. Вы знаете, что лекарств у нас не хватает. Но есть и другие альтруисты вроде вас. Если вы вернетесь сюда, когда все стихнет, я буду рад представить вас друг другу. Есть способ достать для тебя лекарство. Зайди позже. Нет, не туда. Тебя подстрелят. Выходи сзади. Так им труднее тебя заметить. Я Назрин. Осторожно. Thank you.
под перекрестным огнем. Баржа потеряла ход. Помоги, пожалуйста. Быстрее, внутрь. Я думал, мне крышка. Бойцы фронта с одной стороны, СНС-овцы с другой. Палят друг в друга, в меня. Боже, это был настоящий кошмар. Баржа теперь бесполезна. Хоть топи ее, да броди по округе. Ведь не просто же так я сюда попал, верно? Заходи иногда, я буду здесь. Thank you.
у меня как раз есть предложение. Человеку вроде вас нужны новые товары. Мой поставщик беспокоится из-за конкурента. Напади на его конвой, и я обещаю тебе лучшее снаряжение на выбор. Умное решение.